Прива, я введу тебя в курс дела. Для начала возьми это оружие. Это говно, все, что у нас есть. Но возьми все же, это усилит твою боевую мощь. И возьми динамит, понадобится в будущем. А теперь слушай сюда. Этот дом – заброшенное место, которое нужно освободить. Если мы его не освободим, то получится так, что зорги просто на нас нападут и убьют. Не только зорги. Нужно напасть и освободить этот дом, тогда мы сможем в нем закрепиться. Для дальнейших распоряжений послом слушай адмирала Капинчуна. Давай. Нападай! Здравствуйте, офицеры! Что у вас произошло такое? Да блин, давай, входи, без вопросов. Я чувака потерял! Сука ходячая, убил его! Привет, Сэм. Да, это я, адмирал. Кабюшки, да, о котором тебе рассказал капитан Хусейн, бля. Короче говоря, тут у тебя хуи устроили засаду, нужно от них избавиться. Защищайся за укрытиями, а я пока подзову подмогу.
Huh.